Да, да. Есть ситуация, что по нашей земляке попал в полон. Да, спасибо. И есть раненых потом участника. Есть раненых потом участника в нашей земляке, да? Вот эта информация есть, может, когда исходите, там, я там, эту помогу треба тем, в нашей стране. Сколько вам лет? 46. Сами пошли, да? 55. 55? Да. Под поездку, под воспис. А когда вы прибыли в Мирный Удалин? Позавчера. Заняли и окопались, да? Заняли Нет, мы только вошли в Мирный Удалин, у нас обстрелы, у нас вся техника, все вещи, все сгорело. Берлинга, да? Да, все машины погорели, все. Автобусы, все погорели. А что в автобусах было? Что в машинах было? Вещи больше. Из вооружения что там было? Панцерфаусы 7-е. И РПГ, пулемет и автомат, все. А призвались откуда, с какого населения? Станичья, Киевская область. Вы когда в Мирную заходили, там регулярные войска были? Регулярные? Два танчика ездил, я не знаю, чьи они. Ага. Ну, наши, ну, украинские. То есть в основном из войск были только вы? Ну да. Численно сколько было? У нас 21 человек. Взвод. Но там еще, ну мы все по разному ехали. По взводно ехали. Те туда уехали, те туда. А и те тоже стояли там, а мы с ними не пересекались. Мы заняли, ну, мы приехали и нас разбили, мы там по подвалам сидели, а вчера сказали уходить, а все ушли, а мы остались. А остальные с вашего подразделения в каких еще городах? Не могу знать вообще. Зачем призвались-то? Зачем пошли? Так, по повестке. Приехали с военкомата на работу. Берещук очолює групу, яка займається обміном полоненими. На половину слуг, на половину не слуг, нібито до неї інформацію передали. Ну, тобто я сьогодні розмовляв з людиною, вона каже, ця інформація в неї є за наших двох полонених, що вони будуть включені в списки і по можливості обмінені. Але я думаю, що треба буде взяти це питання на контроль, я особистий, і попробувати цю інформацію уточнити чи донесено до неї.